Твоя любимая монтировка приехала. Да. Бедный рот, голова болит, не нужно было вчера пить много рома. Всем приветов, друзья, и гости, конечно же, моего канала. Я Нептун, и мы продолжаем изучать мороженщика. В этом видео я покажу вам все способы побега из лачуги, то есть с гаража, а также все концовки. Все это будет в одном видео. Ну, просто для удобства. Всем, кто, допустим, ну, не хочет полностью проходить игру, кому проще посмотреть сразу все концовки, посмотреть, что там будет после титров, ну, и кто просто хочет подучить игру перед своим прохождением, знать все способы побега, вот это видео будет очень даже кстати. В каждой части я делал подобные видосики, и в первой части, и во второй части, и вот пришла очередь третьей части мороженщика. Итак, все способы побега из лачуги, а также все концовки в одном видео, погнали! Итак, народ, для начала разберем именно способы побега вот из этой лачуги, из этого гаража. Рот вон там потихонечку решил поспать. Посплю-ка я немножечко, пару часиков, да? Или, знаете, еще 5 минуточек. Но спать не время, пора меня ловить. Эй! Бэм! Кстати, вы заметили, что мы теперь падаем, когда нас ловит рот? Раньше мы просто экран темнел и все. Когда он нас ловил и охлаждал своим ледяным дыханием. Итак, вот нас поймали, что нам делать, что нам делать? Первым делом мы замечаем, что здесь есть веревочки, которые можно обрезать. Идем к ящику с инструментами и пытаемся найти. Обычно они в третьем ящике лежат. Да. Ножницы. Великий инструмент. Так, открываем, отрезаем, отколупываем. Поднимаем двери. И вуаля. Мы почти на свободе. Получаем ножницами типа. Ой. Он не боится этих острых инструментов. Но пришло время попасться к нему второй раз. Давай. Хопа. Второй способ побега. Значит, обращаем внимание на плитку. Видите, плитка подозрительно торчит из пола. Там явно что-то есть. Нам для этого нужно дело найти ломик. Ломик где-то здесь. Вообще, места его спавнов довольно разнообразны, то есть в данном случае он здесь. Также ломик может быть на бочке здесь. Также он может стоять вот здесь, за шкафом. Ну, за ящиком с инструментами. Может даже здесь стоять где-нибудь. Так что, имейте это в виду. Ломиком подковыриваем плитку. Та-дам! Находим секретнейший проход. Наверняка он был здесь изначально, еще с первой части, но мы об этом не знали. Теперь же у нас есть способ пролезть через секретный проход и выйти здесь. Прямо рядом с его лежаком. Здрасте. Как дела? Так, вылезаем. Бам! Тебе по голове ломиком. А? А? Как тебе? Как тебе? По голове ломиком. Понравилось? Так. Родик-уродик, давай. Лови меня. В объятья. И переходим к финальному третьему способу сбежать. Выпусти меня. Тут холодно. Так. Что у нас здесь придумал рот? Он заставил наш вход какими-то бочками, ящиками, досками. И, в общем, он думает, что мы настолько тупы и никогда не сможем открыть данный проход. Но мы сможем это сделать. Для этого нам нужно вот так понажимать. Видите, использовать. Мы таким образом как бы сдвигаем лишние предметы. Наша задача снова вновь освободить данный проход. Так, теперь коробка. Так, вот наводим. Держим мышку конкретно на коробке. Тогда он ее пихает, видите, и можно ее отталкивать. Окей. Так, дальше. Еще одна бочка. Так, укатывайся нафиг. Укатывайся, блин. Тебе здесь не место, бочка. Мерзкая паршивая бочка. Так, еще одна коробка, кыш. Так. Подальше, подальше, подальше коробку. Ну, ну, ну. Ну, в общем, она достаточно далеко уехала. Теперь можно еще вот эту бочку откатить. Идеально. Теперь нам мешают доски. Мы их тоже можем убрать.
Вот такие вот макаром, все. Мы освободили проход. Теперь нам нужно сделать то же самое, что и во втором способе побега. Убежать через данный потайной проем. В земле. И вуаля. Третий способ побега. Твоя любимая монтировка приехала. Да. Бедный рот, голова болит, не нужно было вчера пить много рома. Ладно, на сим я завершаю обзор всех способов побега. Теперь нужно показать вам концовки. И вот первая концовка, друзья. Это bad ending, плохая концовка, когда мы все способы побега и все наши попытки проваливаем. Рот привозит нашего друга Майка сюда. И, скорее всего, будет делать из него какие-то ингредиенты секретные. Либо делать из него толстого мальчика, либо использовать в разных своих экспериментах. А нашего главного героя Джея он запирает в холодильнике. Это очень печально. Игра окончена. Но в этой игре есть две концовки положительные. То есть одна хорошая концовка, а другая истинная. Погнали посмотрим их. А вот и первая, в общем-то, хорошая концовка. То есть мы спасли всех наших друзей. Уговорили их прийти в эту машину. Мы нашли ключ в той шкатулке с четырьмя лошадками деревянными. И все. Выбираем карту, держим ключ в руках и выбираем окрестности. После чего нам нужно просто открыть двери. Точнее, взять сначала микстурку, потом уже открыть двери и сбежать. Хорошая эта концовка просто потому, что мы выжили. Хотя наших друзей похитили, но все же это оригинальная концовка третьей части Ice Cream. Ну и, конечно, дополнительная концовка. Некоторые называют ее секретной, но все же я считаю, что это именно истинная концовка. Не плохая, не секретная, а истинная. То есть, по сюжету, видимо, так мы и должны были сделать. То есть, мы же нашли эту микстуру, этот секретный ингредиент третий. И теперь нам нужно всего лишь это все использовать. Для того, чтобы... стать немножко толще. После чего мы стали очень медлительными. А рот уже нас ждет. Нам нужно всего лишь подойти. Нет, не хочу. Я сюда вообще пролезу или нет? Пролезу. Да, нам нужно всего лишь подойти. Пушки, кстати, здесь нет. То есть мы не сможем прострелить замок. Действие этой концовки идет после событий той первой хорошей концовки. То есть пушку мы уже использовали. Ну и финальные титры. Более глубоко раскрывающие
Главного злодея здесь Рода. На этих картах изображен именно Род. Без маски, еще до того, как стать этим мороженщиком. Большое всем, друзья, спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилось это видео, все концовки и все способы побега из лачуги. Поддержите видосик пальчиком вверх, непременно вступайте в группу ВКонтакте и жмякайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Подписывайтесь на все соцсети, ссылочки есть в описании. Всем, друзья, пока-пока! It's over. Finally, the waiting time is over. I will finally return with my precious son.